Вот, находимся мы на минном поле, учение о сущности, очень таком сложном разделе науки логики, поскольку наука логики имеет такое большое членение объективная логика и субъективная логика. Объективная логика – это учение о бытии, учение о сущности, что означает, что мы не можем ограничиться только поверхностью и проникаем вглубь через это вот, то, что нам кажется бытием. И то, что вот есть на поверхности, это кажимость, правда? Вот я на вас смотрю, первый раз вижу, вот что я могу сейчас сказать? Хочется проникнуть внутрь, в вашу душу, в то, о чем вы думаете, что собираетесь сделать, кем собираетесь стать и так далее. А потом что надо сделать? Как остаться у вас там где-то в глубине? Или надо снова вернуться? И тогда через вас, через ваше лицо, через вашу одежду будет просвечивать вот ваш внутренний мир. Правильно? Вот третий том науки логики, учение о понятии, третья книга. Давайте это потом после сделаем, после занятий. На занятиях не будем. Третья книга, субъективная логика, и содержит в себе возвращение к бытию, но не к такому бытию, которое было в начале, а к такому бытию, которое было сначала, мы его отрицали, дескать, не удовлетворены были этим бытием, углубились в него. А потом, изучая вот эту глубину, снова выходим на поверхность, и вот когда мы выходим на поверхность, мы возвращаемся к бытию. Сущность себя отрицает, и получается второе отрицание. А что такое второе отрицание? Если один раз я вас отрицал, а потом второй раз утверждаю, второй раз отрицаю, получается, два отрицания дают утверждение. И раз два отрицания дают утверждение, то мы снова приходим к бытию, но не к первому непосредственному, а к бесконечному, который бесконечно отрицает свое отрицание. И поэтому через него, вот через это бытие уже просвечивает сущность. Поэтому вот такое бытие, через которое мы приходим, когда рассматриваем субъективную логику, вот такое бытие называется понятием. Ну, для того, чтобы у нас не было только трудно и сурово, расскажу некоторую шутку философскую. Два философа разговаривают. Один говорит, ну, чтобы вот отрицание дает бытие, то есть утверждение, это понятно. Два отрицания дают утверждение, это понятно. Но вот чтобы два утверждения давали отрицание, это, пожалуй, не может быть. Это один философ говорит. А другой философ говорит, ну да, конечно. И вот эти вот, ну да, конечно, представляют собой что? Два утверждения, а в целом отрицание. Вы что-нибудь мне будете говорить, а если я с этим не согласен и хочу это отвергнуть, я говорю, ну да, конечно. Два утверждения дают отрицание. Точно так же в философии не так, как принято у обывателей. Вот каждый обыватель хочет доказать, что он больше другого знает. Они говорят, я вот больше вас прочитал, или у меня возраст больше, или еще что-нибудь у него больше. А вот у философов все наоборот. Два философа встречаются, один говорит, я знаю мало. А второй так смотрит на него и говорит, а я меньше. А первый говорит, а я еще меньше. Тогда второй говорит, а я ничего не знаю. А тогда первый говорит, а я и этого не знаю. И он выиграл. То есть вот это отрицание – такая вот движущая категория философии. И вот эта маленькая книжечка, она полна отрицаний. То есть отрицание здесь вот главная фигура, главная категория учения о сущности. Почему? Потому что мы рассматривали в первой книге учение о бытии. Бытие сначала было чистое, потом наличное, потом бытие было… Какое, Константин Константинович?
после наличного бытия, какое бытие пришло? Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Потом, после определенного наличного бытия, было конечное. После конечного было бесконечное. А после бесконечного было для себя бытие. Сразу попутно замечу, когда вот бесконечное, уже нет ничего, кроме этого. Если оно бесконечное. Больше нет ничего. Раз нет ничего, то это для себя бытие. Что бы вы ни делали, это вот, вот здесь. Когда говорят, например, про рабочий класс, Маркс писал, что надо, чтобы рабочий класс из класса в себе стал классом для себя. Я очень часто вижу, что это цитируют люди, которые это не понимают. А класс для себя, то есть он выражает вот, движение всего общества. Он является носителем вот этого прогресса общественного, независимо от того, у кого другие классы есть, какие у них интересы. А есть один класс, который борется за свои интересы, он реализует. Но он тогда, класс для себя, когда он не разделяется на одно сознание, у него буржуазное, а бытие у него такое прогрессивное. А когда он это понимает, вот тогда он класс для себя. Когда он осознает свое положение и свою историческую миссию. Ну вот, так вот, эта книга сложная, не очень понятная, и по просьбе трудящихся, мы договорились сделать следующим образом. Вот, скажем, я излагаю новую тему. Вот новая тема в прошлый раз излагалась. Мы брали соотношение, начали рассматривать основание, и вот это основание выступает как основание и основанное. Причем единство основания основанного есть основание. Потом мы, когда мы рассматривали основание, поняли, что до этого мы рассматривали рефлексию. А рефлексия – это вот все определения. Но какие определения могут быть в сфере сущности? Вот определенность в наличном бытии мы знаем. Вот старожилы кружка хорошо знают определенность. А это что? Определенность – это что? Определенность. Это не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот видите как, вот уже, так сказать, совершенно, вот это вот, то есть мы различаем в бытии какое-то его отрицание. Вот если я хочу вас увидеть и заметить какую-то вашу определенность, если у вас все одним цветом будет, и лицо, и волосы, и куртка тем же того же самого цвета, и руки, и ботинки того же самого цвета, и брюки, и стол тот же самого цвета, за которым вы сидите. Вас вообще нельзя будет увидеть. Поэтому Гегель довольно обстоятельно в учении о бытии разъясняет, что определенность обязательно есть какое-то небытие, какое-то отрицание. И для того, чтобы что-то различать, надо либо белое, светлое затемнить в какой-то мере, либо темное осветлить. Когда вы начинаете различать, если у вас была абсолютная тьма, и вот маленький лучик света или фонарик, это отрицание темноты, тогда вы начинаете различать. Или, если вот мы сейчас возьмем и усилим свет до такой степени, свет будет абсолютный, но мы ничего не увидим уже. Правильно? Если начать, вот представить себе, что мы сейчас будем усиливать освещение. Так бывает, люди, некоторые артисты, которые прекрасно выступают, они попадают на телевидение первый раз, и они там не могут нормально играть и петь, потому что их слепит это все. Ну и вот если вы откроете книгу, книгу какого цвета, вот я вас прошу? Лист книги какого цвета? Белого. Белого. Но если он был совсем белый, как вы сказали, это была бы не книга, правильно? То есть для того, чтобы это была книга, чтобы вот это белое должно быть чем-то зачернено. Может быть по-другому, может быть черное, а на нем белым. Это в газетном деле называется выворотка. Вот если у нас с вами темная доска, на ней надо писать белым. А если белая носка? Черным. Поэтому всякая определенность, она связана с отрицанием. Поэтому, например, совсем простой беру пример. Чай пили? Сладкий. Вот сладкий чай означает, что в чай положили сахар. А сахар – это чай или не чай? Только честно говоря, не чай. Вот если не чай положить в чай, будет определенный чай. Какой? Сладкий. Чай с сахаром. Сладкий чай. Сладкий чай, когда будет в нем не чай. А если не будет отрицания, будет просто чай.
а чай с лимоном. Но лимон – это же не чай. Положите в чай не чай, лимон, ломтик, и будет у вас чай с лимоном. Определенный чай. Ну и так далее. То, скажем, вот есть вы, а есть ваш ум. Это уже разные понятия. Правильно? Значит, ум – это не вы, другими словами. Потому что вы тоже не ум, вы человек, а ум – это одно из свойств человека, правда? Значит, это ваше отрицание. А если человек с умом, вот это его определенность, умный человек. И так далее. Человек отличает наоборот кто, а свойство наоборот что? Это не свойство, это определенность. Свойство находится во втором, во второй книге «Учение о сущности». Вот это имейте в виду, можете найти. Но у нас перевод вот в этих сереньких книжечках, там, где надо сказать характер, там, где говорится об определенности, сразу после того, как мы разбираем изменяющееся нечто, там написано свойство, это неправильный перевод. А на самом деле характер, то есть есть определение и характер. Определение уже не определенность. Ну так вот, смотрите, вот мы попадаем в сферу сущности. Здесь движение идет. Раз это снятое бытие, а что такое снятое? С отрицанием. Вот как вас рассмотреть как отрицание? Очень просто. У вас есть же родители, да? Но вы же не ваши родители. То есть вы их отрицание. Ну какое отрицание? С удержанием. То есть все, что в них было хорошее, они в вас воплотили. Правильно? Поэтому вот это вот категория снятия. Этим характеризуется диалектическая, она не терпит такого зряшного отрицания, дескать, вот не и все. Вот если я приду и вот подойду к Константину Константиновичу, оттолкну его. Это что будет означать? Кажется, что это мы с ним поссорились. А на самом деле будет это означать то, что я к нему притронусь. Это вот не бросается в глаза человеку, не занимающемуся диалектикой. Он видит вот внешнюю только поверхность, дескать, я его толкнул. Если я к нему толкнул, то я к нему притронулся. А у нас хорошее отношение, я к вам даже не притронулся вообще. Точно так же, если вы представляете себе двух борцов, они выходят на ковер. Когда начинается борьба? Тогда, когда они обнимутся. Правильно? И поэтому Гегель говорит такую вещь, что вот для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Да. Ну вот, для того, чтобы такой же вроде прием применить для учения о сущности, мы должны либо взять вот основную категорию, взять ее отрицание. Основная категория сферы сущности – это снятие бытия. То есть все, что здесь не в форме этого отрицания, это все не в соответствии с этим учением. Поэтому мы берем это вот отрицание и его отрицаем. Прикладываем к нему отрицание. Что получаем? Получаем некоторое бытие. Потому что отрицание – ничто, это бытие. И у нас получается… А бытие тут преследуется, во всяком случае, в первой части этой книги, потому что мы имеем дело со снятым бытием. Бытие, это прошло уже. Уже сняли бытие. Поэтому если вдруг оно появляется, его снова надо отрицать. И все время это поддерживать. Отсюда получается вот это бесконечное движение, которое характеризуется как движение ничто к ничто через ничто. И вот в этом бесконечном движении, раз это движение отрицания, собственно говоря, и проявляет себя определение сферы сущности. Они не похожи на просто такую определенность, которая в наличном бытии, спокойную. А они вот такие вот подвижные, и поэтому это вот выражается, вот это первый, можно сказать, первая часть, первый раздел, вот этого труда, это рефлексивное движение. И это рефлексивное движение приводит нас к таким категориям, которые мы уже изучали. Это к тождеству, которое есть всегда. Если бы это было вот учение о бытии, то мы должны были бы сказать, елка, и это елка. Такое тождество. Или там бревно есть бревно. А если мы приходим в учении о сущности, раз речь идет о том, что это определение все время движется и находится в бесконечном движении, поэтому не может быть равенства чего-то абсолютного, даже с самим собой. Вот вы сами себе равны? Равны вы себе? Да. Молодой человек. До конца.
Это очень суровый вопрос. Если вы не равны, то вы пришли сюда одним человеком, а сейчас уже другой. Документ у вас оформлен на того, который пришел. И вы незаконно, можно сказать, безосновательно удерживаете документы. Вы отдайте Евгению Николаевичу, он передаст вам соответствующую службу, а вы идите ищите новый себе, раз вы совсем другой. Вот. С другой стороны, если вы только равен. Ну вот, а тут другая опасность. Если вы только равны, зачем тогда кружок? Если вы пришли и все время равны самому себе, какой смысл тогда в кружке, понимаете? Я, конечно, отношу это на свой счет. Ведь такой у нас руководитель кружка, хоть он называется там доктор наук, профессор, а результат такой, я у него сидел целый час и остался равным самому себе. Что это такое? Кого прислали? Что это такое? То есть, а на самом деле, как это разрешается? Ну, как в диалектике разрешается? Надо брать и то, и другое одновременно. Вы и равны, и не равны самому себе. Но одновременно это не высказать. То есть, то, что нужно брать и другое одновременно, это понятно. Но это нельзя одновременно высказать, поэтому приходится высказывать по очереди. Но вот в этом смысле и тождество. Конечно, вы тождественны сами себе, а тождество означает тождество различного. Вы, становясь различным, то есть другим, более совершенным, более знающим, более понимающим, остаетесь равным самому себе. Или оставаясь равным самому себе, вы все равно различаетесь. Поэтому тождество – это тождество различного, а различие – это различие тождественного. Вот мы здесь различные кто? Люди. Это тождественное, правильно? И вы человек, и я человек, и Евгений Николаевич. Константин Константинович, Степан Степанович, все мы люди. То есть можно говорить о различии тогда, когда есть тождество. А как можно говорить о различии, если нет никакого тождества? Вообще таких я и примеров такого не могу привести. А вот как отождествить тождество, которое люди понимают как тождество тождественного, вроде того, как я пришел сюда на кружок, говорит, ну, записывайте, елка – это елка. Продвинулись вперед? Теперь запишите, бревно – это бревно. Как это называется в философии, такие утверждения? Тавтологии, то есть если приходит человек и начинает одно повторять за другим и доказывать, что дом – это дом, а стол – это стол, то долго его слушать не будут совершенно справедливо. Поэтому вот здесь, вот в этой науке, мы добираемся до тождества и различия и видим, что сначала тождество – это тождество различного, потом в различии мы наблюдаем тождество, а каждая сторона различия, она включает в себя и различие, и тождество. Они же не разорваны, эти стороны различия. Поэтому это не просто различие, а противоречие. А каждая, значит, каждая сторона противоречия, они, эти противоречия, смыкаются и тем самым оседают. Так это противоречие разноуровневые. Нет, это не разноуровневые. Никакого тут уровня, понятия уровня здесь совсем ни при чем. Это понятие противоречия. А различие ниже уровня. А там еще не противоречие. Там еще не противоречие. Там только тождество, потом различие. Потом противоположности, а потом единство противоположности. Получаете, единство, борьба противоположности – это уже противоречие. Категория противоречия появляется после этих предшествующих, как после тождества, различия. А есть еще у Гегеля, а мы изучаем науку логики Гегеля. А другой системы диалектики нету. То есть мнение, высказывание, суждение, отдельные работы. А я считаю вот так. Ну так вы считаете так, но вы системы другой не построили. То есть, если я не построил другую систему, то я должен признавать, что есть единая, одна система. И вот, скажем, у меня нет недостатка в письмах, на которые я отвечаю, говорят, а вот если это так переставить, если... А я говорю, пишите, напишите свою работу и постройте, как вы считаете нужным. Но нельзя переделывать то, что является, ну, некоторым фундаментом современного, так сказать, умственного развития человечества. То есть вот такова работа, которая... Не так надо считать, что Гегель написал гениальную книгу. Вот та гениальная книга, которая написана, мы просто потом интересуемся, кто ее там написал. Гегель. Она бы все равно появилась. Вот тот, кто написал, тот и Гегель. Тот, кто пришел к историческому материализму, могло быть мог быть один, а их двое, Маркс и Энгельс. А вот Ленин не вдвоем с кем-то написал, а один. То есть это вопрос уже другой. То есть кто конкретно будет выступать, но вот, так, из-за развития оно все равно продолжается. Поэтому, значит, что я хотел здесь подчеркнуть, что вот эти, вот это противоречие, поскольку две стороны противоречия, противоречие – это единство и борьба противоположности. Это вы, наверное, слышали, правда? Не слышали? Ну вот, если говорят, что такое противоречие?
Если противоречие, если мы с вами противоречим, то то, что я делаю, исключает то, что делаете вы. А то, что вы делаете, исключает то, что делаю я. Правильно? И поэтому вот то, что соединяет два противоречия, это вот это исключение. Одна сторона исключает другую. Например, если я руководитель этого кружка, то вы слушатель, то вы, следовательно, не руководитель. А если вы слушатель, то, я, то это исключает то, что вы руководитель. Правильно? То есть вот такое первое, если мы сначала видим только различия, потом мы начинаем уже усматривать вот то, что называется рефлексией. Рефлексия – это вот то, что соединяет и разделяет стороны противоречий. Они находятся в борьбе. Борьба – это абсолютно, а единство – относительно. То есть одна сторона другую исключает, вот когда мы говорим о противоречиях. Но когда они могут друг друга исключать? Только когда они в единстве. Например, берем буржуазное общество. Хотите не буржуазное, давайте возьмем рабовладельческое общество. Рабы есть и рабовладельцы. Значит, во-первых, рабовладельцы исключают рабов. Они могут их убить и заставляют их работать. Правильно? Они их исключают как людей. Они вообще их за людей не считают. Кто такой раб? Раб – это говорящее орудие с точки зрения рабовладельца. Теперь, а как смотрят на это рабы? Рабы, они ведь не всегда были рабами. Они побеждены в какой-то смертельной схватке. Они вообще считают, что они должны быть свободными людьми, но все их попытки освободиться наталкиваются на жесточайшее просто сопротивление, гнет и репрессии. Ну что сделали со Спартаком и с теми, кто восстал вместе со Спартаком? Их уничтожили всех. И уничтожают. И причем уничтожить раба не является преступлением. Почему? А потому что он не человек. То есть человек, который проиграл в какой-то битве, он представитель другого племени, народа, все, он уже не человек, мы с ним не можем считаться. Значит, но рабовладельцы только тогда рабовладельцы, когда у них есть рабы. Если он возьмет всех своих рабов, убьет, а он не имеет права сделать, он будет рабовладельцем? Нет, ему никто руку не подаст. Почему? Потому что богатство рабовладельческого общества в количестве рабов. Если у меня 300 рабов, у вас один, я с вами здороваться не буду. А вот Евгений Николаевич 450 рабов. Я к нему буду подходить, я первый буду руку протягивать, а он будет смотреть, еще пожать или не пожать, потому что у него 450 рабов. Та же самая картина. Я как бы всех кормлю. Да. Ну как это? Да. Вы Толстого, анафеме. Вы хозяин бар. Нельзя накормить кормиться. Да, да. Теперь то же самое с крепостными. А если я помещик, и я так плохо хозяйствовал, ну, я, допустим, заставлял их работать 5 дней в неделю на барщине, они потом на своем участке не могли вырастить себе еду и от голода умерли. И что, у меня никого не осталось? Вот все сидят помещики и говорят, все, идите отсюда, мы с вами больше не приходите сюда, мы знать вас не хотим, потому что у вас нет ни одного крепостного. И как вы помните, это название одной из книг «Мертвые души», да, у Гоголя. Кто такие? Так приписывали себе крепостных, их нету, а их записывали на всякий случай, чтобы считаться уважаемыми людьми. То есть, с одной стороны, эти самые никто и ничто, эти крестьяне, их можно бить плетьми, убивать, правда, их нельзя уже. Но и за людей не считать. Это вот просто рабочая скотина, которая должна работать и делать то, что нужно помещикам. А без них нельзя, поэтому вот тут есть и единство. Вот всякое противоречие имеет такой вид. Единство – борьба противоположностей. Но раз у нас с вами единство, то значит, если это единство, то значит, ваше есть во мне, а мое есть и в вас. Вот сейчас, например, в этом разговоре. Мы же с вами разговариваем, правильно? Значит, в каждом есть, в каждой стороне есть и другая сторона. Если я подошел и начинаю отталкивать Константина Константиновича, значит, я к нему притянулся, нахожусь в теснейшем единстве. А раз я с ним нахожусь в единстве, и он со мной в единстве, вот у нас единство и борьба противоположности. Я его пытаюсь вытолкать, а он такой крепкий, что мне его никак не вытолкать. Поэтому у нас идет борьба противоположностей. Ну и в буржуазном обществе есть рабочие, есть капиталисты, то же самое. Еще надо бы добавить, что борьба порождает энергию для возникающего движения.
Она энергия существует еще и до борьбы. Я-то хотел подчеркнуть другое, что раз это вот каждая сторона содержит в себе другую сторону, если они вступили уже в борьбу, значит, единство. А раз в каждой стороне есть единство, борьба, противоположность, каждая есть противоречие, каждая. И оба имеют одно и то же определение, и они смыкаются. И как бы противоречие оседает куда? В основание. Вот говорят, противоречие разрешается. Вот. Что делается с противоречием? Оно разрешается. Во что? В какое-то основание. Это уже не рефлексия, это вдруг появилось снова, непосредственное, равное самому себе. Это какое-то бытие. Но какое бытие? Которое восстановлено, говорит Гегель, через сущность. Восстановленное через сущность бытие. Чувствуете? Нет, это можно только попытаться понять. Да, можно ощущение. Попытаться понять. Можно и не пытаться понять. Если бы не вы был, вот я бы никогда был. Да, если бы не Гегеля, я бы не догадался. То есть это можно понять, потому что у нас есть то, что нам помогает понять. Почему Ленин говорит, что Гегеля надо не читать, а штудировать? Что значит штудировать? Штудировать так вроде с немецкого языка переводить, вот тоже изучение, но какое? Раз прочитал, два прочитал, вернулся, снова перечитал, сопоставил, еще раз обдумал. И люди, которые читают «Науку логики», они иногда не понимают, но чувствуют, что это что-то большое и великое. И уже обдумывание того, что ты не понимаешь, рождает в голове то, что помогает тебе делать. Мне недавно прислал товарищ из Дальнего Востока письмо большое. Я, говорит, 2 года уже занимаюсь наукой логики. Вот. Конечно, я не могу сказать, что там все понял. Я там не так много понял, но я вот эти 2 года, у меня лучше на работе все получается, потому что у меня совсем другой, так сказать, дух появился, то есть взгляд на жизнь. То есть я все время, голова у меня напряжена, и я ничего не пропускаю, вот не обдумывая. Потому что, что вот обычный опыт говорит, что самые простые понятия, которые употребляются, они не обдуманы. У большинства, вот мне приходится это легко очень проверять, поскольку мне приходится преподавать. И я вот спрашиваю, если я спрошу, допустим, историков, они не знают, как правило, до того, как не поговорить, что такое история. А конфликтологи, что такое конфликт. А, допустим, музеологи, что такое музей. Если вы хотите проверить, я вот вас могу спросить, кто хочет сказать, что такое музей? Информационная система. Информационных систем очень много. Да. Ну, значит, вы и не сказали, что такое музей. Я не сказал. Вот. А что такое музей? А сидят люди, а есть музеологи, люди изучают, что такое музей. Я вот у них преподаю. Они изучают, говорят, так что такое музей? Они говорят, ну это собрание вещей. Я говорю, ну понятно, у меня вот дома есть чемодан, из которого я складываю то, что я чувствую, что это может когда-нибудь пригодиться. Короче, барахло. Вот этот чемодан с барахлом, это теперь я буду знать, что музей. Я на нем наклеечку сделаю. Музей. Да? И буду радоваться. Нет. А еще что требуется от музея? И вот, так сказать, начинаем вытягивать по крупицам. Оказывается, ну вот я сразу скажу, оказывается, что музей этот такое общественное учреждение, а не склад вещей. Склад – это совсем другое. Так, которое а. Сохраняет историко-культурное наследие. Б. Изучает историко-культурное наследие, исследует его. Два. И три пропагандируют. Если оно не пропагандирует, это тоже никакой не музей. Вот. Понятие истории входит. А понятие истории другое. А вот понятие истории, обычно я спрашиваю историков, первое, что дают, вот люди, когда первое выдают, это не сущность. Это понятно. Да. Это вообще мы должны понять. Вот это вторая книга. А первое, что дают, бытие. Вот я вас спрошу, как человека нового, вот, а что бы вы сказали, и молодого, допустим, мы уже... То есть люди не того поколения, может, мы неправильно понимаем, не знаем, а вы вот, может, и знаете. История что изучает? Наука. Ну, история – это все важные события, которые влияли на… Так они важные раньше были, нам-то чего? Вот я, например, когда был школьником, вот ты уже студент, а я, когда был школьником, у нас преподавал историю Игорь Фалаевич Немченко. Я с каким-то таким отрицательным с отрицанием относился к истории. Думаю, что вот это изучать? Зачем? Надо сейчас вот думать о том, что жить. А потом я изучаю, что это было раньше. Он мне раз единицу. И я начинаю все выучивать, думаю, сейчас выгонят с
Ставит пятерку. Думаю, сейчас тройку поставить. Нет, он ставит. 5-1-6, он ставит не тройку, а четверку. Думаю, интересно. Ну, раз интересно, значит, следующий четверть начинается, я опять думаю, зачем мне? Он раз вызывать, я ему раз опять единицу. Ну, в общем, короче говоря, он заставил меня поизучать. А интересный был сам по себе преподаватель. Говорит, все равно у меня было не зачем изучать. Ну, зачем вот изучать то, что было? Были они важные. У нас что сейчас мало важных событий, чтобы отвлекаться на то, что было у них. Вот старые войны, проблемы, экономика сторона своей. Экономики проблем очень много. В образовании есть у нас проблемы. А мы будем думать о проблемах в образовании в 15 веке и так далее. Ну вот мне приходится вот доказывать, в этом кружке мы должны обязательно доказывать, что польза есть от науки, логики, от философии. Хотите, я вам объясню, что такое история? Говорю я историкам 5-го курса. Они говорят, хотим. Достают бумагу, ручку. Это очень забавно наблюдать. Я говорю, записывайте. Потому что иначе вот вы придете, скоро вы закончите, придете на работу. Скажете, что вы изучали? Я изучал то, что было. Да? То есть, если вы изучали то, что было, то вы изучали то, чего нет. Запомните. Правильно? Вам нужны специалисты, которые знают то, чего нет? Не надо. Никому не нужны. Давайте я вам объясню, чтобы вы так себя представили, чтобы вы были нужны. Мы изучаем современность как результат предшествующего развития человечества. История изучает современность. Но изучает современность не так, что вот она берет вершки без корешков. А она берет результат вместе с процессом историческим. Вот этот результат вместе с процессом, если мы так берем, вот это изучает история. А если мы просто берем оторванные факты и не хотим посмотреть их влияние на сегодняшний день, мы и не историки. А кто мы? А вот что-то собираем, какие-то обрывки мыслей. Ну, надо еще, знаете, о чем сказать? Поскольку в сущности мы все время углубляемся, то, наверное, это тоже не стоит. Там еще есть так называемое, чем летопись отличается от истории. Не, еще мы не кроме, вот Евгений Николаевич, мы кроме того, что мы все время в сущность углубляемся, что совершенно правильно, мы еще все время из сущности выходим на поверхность к понятию. И тогда мы можем быть деятельными людьми. То есть, когда мы знаем, и что из этого углубления следует. А если мы все время углубляемся, мы углубляемся и потонем там, и все. И есть люди, которые никогда не доберутся до современности. Занырнув, мы возвращаемся обратно вот, к когда дополнительным атрибутам. Вот. Дополнительным атрибутам, которые позволяют нам процессу. Мы даже, может быть, не с дополнительным атрибутом, но мы понимаем, что происходит сейчас, если мы понимаем, как это сейчас произошло, как из чего оно выросло, правильно? Быстроту, потому что там есть принцип историзма, то есть ускорение. Так вот, вот поэтому и тут я почему пошел назад снова. И стал говорить о рефлексии, которую мы изучали, вот об этом учении о сущности. Потому что вот когда вот есть такая точка вот в этом, в этой книжечке, точка такая, переход противоречия через исключающую рефлексию к разрешению, это противоречие разрешается в основании. И вот эта категория у нас еще не очень обсуждена. В основании она разрешается. А в основании мы различаем... Вот, различаем основание и основанное. Уже основанное – это как бы вот это рефлексия, а основание – как некое бытие. Но какое бытие? Не такое неподвижное, которое было учение бытия, а такое, которое – это вот рефлексия, она равная самому себе, тождественная самой себе, хотя она имеет отрицательную природу. Раз отрицание равно самому себе, оно уже не отрицание, а утверждение, она вот есть некое бытие, основание. Но раз она себя отрицает, она все время порождает основанное. Вот если у вас посмотреть на вас, вот на ваши родители, можно просто на вас посмотреть, а можно на вас посмотреть как на основание. Кто тут действительным основанием является? Ваши родители являются основанием, а вы являетесь основанным. Так? Будете спорить? Вас можно рассматривать без родителей? Ну, это как это безродные люди, так сказать. А я буду спорить. Ну, спорьте. У моих родителей еще мои родители, их родители. Это вы не спорить будете, а будете эту цепочку дальше продолжать. Вот. Это не понимаете? Спор. Это вы углубляетесь. Вы понимаете, какая штука? Но если вы далеко углубитесь, то дальше мы дойдем до динозавров.
Евгений Николаевич, вы это хотели подчеркнуть? Нет. Вот он хотел подчеркнуть, что он сын своих родителей, а вы, что вы от динозавров. Нет. А я от тиранозавров. Нет, от динозавров, знаете, какая там была трагедия, когда 60 миллионов лет тому назад у нас астероид. Да. Все динозавры вымерли. Все осталось только та кистеперая рыба, которая потом выползла. Вот вы от этой рыбы. И вы от этой рыбы. Мы все от этой рыбы. Вот, видите? Не, ну все-то мы про других не говорим, а вы просто решили о себе напомнить. Себя. Нет, я, на самом деле, я. Поэтому, Евгений Николаевич. Они уничтожили только 40% жителей на Земле. Да. Но они где у них? 60% земные обитатели. Ну вот это историки должны еще и установить, правильно? Там еще поспорить. Потому что от этого зависит и понимание современного человека, правильно? Зависит. Чего необходимо изучить? Да. Да. Есть. Да. Она не останавливается. Не останавливает. Любой процесс познания. Да. Ну вот, я бы хотел, чтобы у нас вот на кружке было зафиксировано, отмечено, записано, усвоено, что вот эта рефлексия, которую мы рассматривали, она дошла до такой точки в противоречии, что противоречие разрешилось, и рефлексия стала равной самому себе, тождественной. А тождество самому себе – это бытие, а не отрицание. Правильно? Равенство с собой – это что? Это тождество. И вот это тождественное дает бытие. Поэтому появилось снова бытие. В учении о сущности, в котором не было никакого бытия, было снятое бытие, появилось бытие. Вот это бытие появилось как основание. А потом пойдет, чтобы дальше мы видели перспективу в этой книге, а потом пойдет тогда уже, пойдет целый каскад разных форм бытия, существования. Вот вы такое слово знаете, конечно, да? Существование. Но вот некоторым товарищам, которые, когда шло изучение первого тома, кто-нибудь как скажет существование, я скажу, не надо это слово, мы его не знаем, оно из второй. Преждевременно. Из второй книги, преждевременно, потому что существование, как выяснится отсюда, это не просто бытие, а бытие вместе с определенным сознанием. Вот там вы должны быть взяты как порождение своих родителей, да еще в определенных условиях. В каких условиях вы находитесь? Вот вы находитесь в этом помещении, вы вот получаете такое-то образование. Вы не просто есть, а вы есть вот в данном колледже, да? И вы есть как порождение не только родителей, но и обстоятельств и воспитания. То есть вот если я беру вас не просто как то, что есть, а есть вместе с условиями, с основанием, тогда вы существуете. То есть нельзя разбрасываться любыми категориями. С другой стороны, я вот сразу могу вам обучить, что вам понятия есть достаточно, чтобы получать любой зачет. Вот я особенно к вам обращаюсь, потому что, скажем, здесь есть товарищи, которые все зачеты всевозможные уже получили, и наоборот, нарвят, так сказать, других проверять. А у вас, так сказать, вот впереди. Да вы приходите на зачет, и вас спрашивают, что вы знаете об этом? А вы об этом ничего не знаете. Что вас учит-то занятие в кружке? Надо ответить, только надо ответить гордо так, и так громко. Я знаю, что оно есть. Тогда у меня как экзаменатора другой вопрос. А еще что вы знаете? А что вы должны ответить? А мы договаривались. Один вопрос. На зачет. Это что у вас? Это опрос или допрос? Что у нас происходит? Нельзя же над студентами измываться. Все, ставьте зачет и весь разговор. Ну вот на экзамене там два уж, по крайней мере, вопроса. Там так не пройдет. А вот зачеты уж сдавать, конечно, легко. В этом смысле. Ну вот... Следующее за существованием. Какая категория? Это мы перспективу обрисовываем, чтобы мы знали. Мы же на гору, так сказать, карабкаемся в гору, да? Как Маркс писал, что в науку нет. Вот мне все пишут. Я пытался читать науку логики, но это трудно. Ну, почитайте какую-нибудь книгу по высшей математике. Вам будет легко? Ну, почитайте книгу по теоретической физике. Вы, так сказать, сразу у вас в голове будет вот такая вот каша. Потому что это все трудно. В науке большой всегда трудно. Вот это очень плохо, что вы привыкли, что как только это касается не физики и математики, то есть можно вот на диване листать и, так сказать, все понятно. Ну, если это большая наука, серьезная, то здесь не просто какие-то высказываются описания, а здесь идет выведение из одной категории следующей, следующей. И каждая категория – это цепочка с самого начала до конца. Что такое более сложное? Вот вы протянули только...
от родителей, вам казалось мало, а вы давайте протянули от рыбы до себя, Евгений Николаевич. Ну вот так надо эту связь-то усмотреть всю. На самом деле она есть, мы можем на нее не обращать внимания или делать вид, что если мы одели пиджак, то мы не от рыбы. Но когда-то мы... Это-то никуда не девается. Вы можете что угодно одевать. И то, что люди – это животные, некоторые говорят, не, они животные, значит, вы растения, потому что других вариантов нету. Насекомые. Вместо того, чтобы сказать, что я вот животное, животное какое? Разумное, общественное, трудящееся и говорящее. Они говорят, не, я не животное. А что, кушать? Ну тогда ему больше не давайте еду, потому что он не животное. А ему не давайте дышать, потому что он не животное. Зачем? Он не животное. Кислород нам, вот, ну мы животные, вот Сергей Николаевич, нам, пожалуйста, кислород и еду. А эти товарищи обойдутся, поскольку они объявили, что они не животные. Ну так вот, значит, идем, двигаемся дальше. Что идет за существованием? За существованием идет явление. Вот вы с явления же, и вы же явились в этот мир. Это слово вы слышали? Знаете, все слышали. В чем состоит занятие науки логики? Что мы не говорим какие-то новые слова, а мы усматриваем связь вот этих всех понятий. Связь, как они одно с другим связаны, чтобы бестолку не употреблять то понятие, которое не к месту. Потому что кто такой художник? Вот Аркадий Райкин, известный юморист, ну, старшего поколения, связь Константин его известен, тот гораздо менее яркий и какой-то скучный, а вот тот был очень веселый и юмористичный. Он говорил, кто такой художник? Художник – это прежде всего человек, который бьет нужную кьяску и кьянет ее в нужное место. А вот если мы возьмем не ту категорию, и у нас не будет картины мира. Не будет картины мира, потому что мы должны научиться пользоваться категориями. А категории – это узловые понятия. Если мы даже узловые понятия не можем правильно расставить, о чем дальше можно говорить? Если мы хотим иметь научное мировоззрение, то есть воззрение на мир, не только вот ковыряться в чем-то, и в чем-то я вот разбираюсь в какой-то отрасли, а вот в целом не разбираюсь. И что это, как называется? Маркс называл это профессиональный идиотизм. То есть человек в своей области. Он тут все на переднем крае науки стоит, но ему хочется высказаться по некоторым другим смежным вопросам. Поскольку у него картины мира нет научной, он как шаг в сторону, так вот его понесло. И это Маркс называл профессиональный идиотизм. Он и не идиот по уровню своего ума, он очень способный. Ну, раз он вот не увидит это, он не видит разделение труда, а соединения у него нет. Вот по этому поводу, почему нужно в том числе и общественное управление. Вот управление у Маркса так определяется, интересно, я могу вам процитировать. Обратите внимание, какое очень умное определение управления. Не такое формальное, которое есть, вот есть какой-то предмет, вот смотрите, у меня предмет, вот, есть субъект, есть объект, есть воздействие субъекта на объект, и есть движение этого объекта. Кто тут субъект? Вот это вот процесс подчинения объекта целям субъекта называется управлением. Тот, кто подчиняет это субъект, тот, кто движется это объект, а эта деятельность называется управлением. Но это такое вот самое абстрактное управление и неглубокое. То есть это вот ко всему относится, к любому управлению, хоть государством, хоть велосипедом, хоть самокатом, хоть мясорубкой, к чему хочешь. А вот Маркс дает определение управления в обществе. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ, вот это, чтобы не получилось, что вот все по отдельности хорошо, а вместе обеспечивает связь индивидуальных работ и подчинение движения всего организма в целом. И обеспечивает движение всего организма в целом, то есть направляет это движение. И дальше он приводит сразу пример. Отдельный скрипач сам управляет собой. Ну, понятно, скрипка, он же управляет. А оркестр нуждается в дирижере. Ну, дирижер должен быть не просто, он должен знать, так сказать, ну, как бы, пусть он не такой хороший скрипач, и не такой хороший пианист, и не такой хороший, значит, игрок на
других инструментах, но он должен вот эту вот связь и общее движение иметь. И без хорошего дирижера не получается, не получается музыки настоящей. И большой симфонический оркестр не будет как следует играть. Ну, к тому же музыка отражает сам процесс движения. Да, музыка отражает сам процесс движения, поэтому и пример такой у него. Любой труд, вот любой, если у нас разделен труд, мы должны его соединить. Вот вы здесь, значит, учитесь в колледже, который изучает информатику и управление. А кроме информатики и управления еще есть бездна всяких специальностей. Если я, значит, вот я, у меня фонарь такой, в котором я ясно вижу все в информатике и управлении. И я буду вечно натыкаться на какие-то столбы, которые не относятся ни к информатике, ни к управлению, и еще какие-то камни и падать будут. Если я хотя бы общей картины не вижу. Поэтому, скажем, в чем смысл вот наших занятий? Ну, мы, конечно, вовсе не отрицаем частных наук. Не только не отрицаем, а предполагаем. Но связь-то наук тоже должна быть. И вот эта связь наук, она выражается в категории всеобщая. А какая наука изучает всеобщее? Философия. Поэтому философия – это ну, то, что необходимо для того, чтобы общество существовало как целое. А не только не разбилось, не раскололось на какие-то отдельные части. У нас есть и люди, которые занимаются управлением, без всякой философии. Поэтому у них что-то не получается сплошь и рядом. Почему не получается? Потому что, ну, если у вас нет соответствующих данных, и вы к этому не готовились, а просто вот вдруг попали, вас избрали, или включили в список, или вы дали деньги и получили себя в депутаты, то из этого еще не получается какой-то результат. Поэтому мы видим, что отдача очень слабая. Но они тоже могут сказать, ну, вы пробовали сейчас, это трудно. Так а вы думали, что управлять вообще обществом легко? Ну, конечно, трудно, это понятно. Так вот, смотрите, явление – это же другая уже категория. Это не просто существую, я существую. Вы не только существуете, вы явились в этот мир, вы явление. Слово «явление» что предполагает? Что-то вот явление предполагает, что за этим явлением что-то есть более глубокое, правда? Если я говорю про вас, что вы явление, значит, я вот только вот эта поверхность, то, что я вижу. Нос, рот, глаза, а что там было? А что, внутренний мир какой-то есть? И что-то есть у вас прочное, устойчивое, надежное, которое вот руководит вашей деятельностью, жизнью, занятием? Вы же не случайно сюда пришли? Или, так сказать, просто шли по коридору, думали, да ну и загляну. Вот тут Евгений Николаевич говорит, он сразу вас на карандаш, и вы тут и застряли. В этом все дело. Или это дело в том, что у вас есть некое глубинное какое-то стремление или понимание, что это вот на самом деле то, без чего не обойтись. Что это такое? Как называется то, что за явлением, то, что является основой явления? А? Все это сущность. Явление тоже в сфере сущности. Это все к сущности относится. Это сущность, это правильный ответ, Евгений Николаевич. Ну, вы уже знаете, как отвечать, чтобы уже ниже четверки вам уже ниже четверки никак не поставишь сразу. Вот. Потому что уже вы не провалитесь. Вот. Но это называется закон. Закон – это спокойное явление. Вот вы двигаетесь, что-то делаете, завтракаете, приходите, руки так сложили. Ну что-то в этом есть спокойное в вас, что-то серьезное, глубокое? Как это называется? Это ваш закон. Еда. Вот то, что… Да, если это еда, а зачем, говорит, вам голова, чтобы есть? То есть в этом это у вас спокойное, или у вас есть спокойное, вот у вас есть там определенное стремление к тому, чтобы усовершенствовать себя, получить глубокие и прочные знания, стать специалистом, быть полезным обществу, правильно? То есть это вот глубокое, глубинное, называется во всяком, все есть явление, вот явление. Ну что, серого цвета? Это как вся философия. Философия, символом философии является серый цвет. Потому что символ философии сова Минерва, она сама серого цвета, вылетает в сумерки, когда ничего не видно уже, серое все. И серым по серому пишет свои письмена. Вот так философы сами излагают, когда им говорят, ну что у вас так все, у вас какой-то нету цветов жизни. Потому что мы берем сердцевину, глубину, а глубину океана, если вы возьмете, какие там яркие цветы. Они вот наверх все восходят потом. И там расцветает, там все. А? Географическое описание Земли. Земля есть блин, которая покоится на трех слонах. Да. Слоны стоят на черепахе, да. Черепаха плавает в море. Да. Это образ. Да.
образная жизнь. Ну как люди хотят понять, что все-таки они все равно не успокоились на самой земле, они пошли дальше. Откуда она взялась? Пусть они не так определили, не так нашли, но они предположили, что есть что-то вот такое, чтобы там на земле не происходило, а эти все слоны стоят. Ну, на самом деле, это, то есть это, на самом деле в каждом явлении есть то, что остается при всех изменениях. Вот что бы с вами ни происходило, вот то, о чем я говорил, и стремление к знаниям, и стремление к совершенствованию, и стремление быть полезным, в том числе, чтобы вами гордились ваши родители, это что? Это неизменное во всем беспокойстве. Что является спокойным беспокойствием? Вот это спокойное беспокойствие называется законом. Закон можете записать, это спокойное в явлении. Замечательное определение. Спокойное в явлении. Вот что такое закон. Язык, как вторая сигнальная система, многозначит. Я бы сказал, что уверенность, что вот это закон, спокойное, закон как спокойное в явлении. В явлении. Да. Это некая уверенность. А это у вас уверенность, если вы знаете закон, значит, вы разберетесь с явлением. Да. Есть, у вас это уверенность. Уверенность уже субъективный момент. Это уверенность у человека. А у природы есть просто спокойное в явлении. Вот бушующее море, а в глубине есть подводные течения, они не меняются. Как идет Гольфстрим, так он и идет. И годы проходят, и он поворачивает, и обходит. Тренд. Тренд – это тенденция, не более того. А он тренд – это он в одну сторону, а тут он вот огибает. Это спокойное в явлении, Гольфстрим. Закон. То есть закон не то, что вот мы открыли два закона, три закона. Закон есть в каждом явлении. Каждый человек есть явление, у него есть свой закон. То есть то, что в нем постоянно, то, что в нем спокойно. То есть что бы ни происходило, если вы порядочный человек, то вы порядочный и в плохие времена. А не то, что в хорошие времена я порядочный, а в плохие я пошел свое дать, вам и кусочка хлеба не дам. Потому что у меня самому не хватает. То есть вот солнечная система, например, вот движение планет вокруг да. Солнца, это закономерное. Да, это закономерное движение. И это спокойное. И там при этом, смотрите, на Солнце протуберанцы, там да. Взрывы все время, а все равно идет. Движение идет. Да, идет и идет. Ну это вот, смотрите, вот первое было основание основано, вот это существование, потом явление. А следующая категория, которая, если вперед смотреть, а мы хотим узнать, о чем мы будем вот в это, при подъеме на гору, что мы там найдем на третьем этаже, то есть на третьем уровне, там мы найдем действительность. Такая категория вам известна? Ну, слово известно. Вот слово известно. Допустим, у вас есть карта. Вот я не далее, как сегодня, оставил карту своей жены в банкомате. Или не в банкомате. Ну, в общем, она есть. Жена позвонила в банк и сказала, что вы эту самую карту заблокируете. Карта есть? Есть. Она действительно? Нет. Раз заблокирована. Все. Или по-другому. Это вот это малая беда. А большая беда. У вас есть вот банковская карта, товарищ Шаус? Банковская карта есть какого-нибудь банка? Никак не пойму. Карта банка есть какого-нибудь? Банковская карточка. Банковская карточка есть у вас? Банка. Какого-нибудь банка карточка есть у вас? Видишь, как он скрывает вообще, не отвечает и все. У него батарейка. Да. Батарейка. Ну хорошо. Вот у вас, Евгений Николаевич, точно есть? Есть. А банк ваш не лопнул сегодня, еще не сообщили? Нет, не сообщили. Но вы знаете, что вот сообщают обычно позже того. Конечно. Да. А еще у людей карточки, они планы строят, завтра пойду, сниму, куплю. Или он бац туда вставил. Банковская карта. Вот сейчас я понял. Он вставил туда вот этот контроллер, который хотел заплатить. А ему говорят, ваш банк больше не функционирует. Ну, например, недавно самое крупное явление. Какой? Татбанк. Татарский банк. Так? Все? Пропал? Люди не могут ничего снять. А карточки что, у них нет? Есть. Они существуют, эти карты? Существуют. Они раз, есть. Существуют, два, действительны. Действительно, если они действуют, если они не действуют, они недействительны. Или если мы получим такое знание, которое нам не даст возможность действовать, вот мы получили, нас обучали, мы читали, мы писали, мы обсуждали, мы решали,
Потом приходим, ничего не можем сделать. Значит, наши знания? Недействительны. А они есть. Есть! И они существуют. Хотите, говорит, я конспекты покажу? Хотите, я вам оценки покажу? Экзамены я сдавал. И на хорошие, тройки, четверки, пятерки. Ну так недействительны ваши знания. То есть до этой категории, действительно, которая очень глубокая категория, почти никто никогда не добирается. Так слышали? Слышали, например, такое высказывание у Гегеля есть. То, что разумно, то действительно. То есть, а то, что действительно, то разумно. Разумно. Нужно какой-то... То есть, то, что действительно, то можно понять. Оно разумно. Можно понять и доказать, что оно разумно, если оно действительно. То есть, если оно позволяет действовать и действенно, и позволяет мир изменять, значит, это разумно. То есть, если разум этого еще не постиг, то постигнет. Раз. А второе, а то, что разумно, то действительно. Но если у вас хорошая мысль пришла, то вот это, лучше всего это Энгельс объяснял, что идея приходит тогда, когда для него уже созданы условия в силу отставания сознания от бытия. Потому что бытие, то есть оно первично, а сознание вторично. Так вот, в силу отставания сознания от бытия, если к вам приходит какая-то светлая идея, то уже для ее осуществления имеются условия. Или они находятся в процессе становления. То есть вам надо еще немножко поработать и побороться. Но если вот вы что-то придумали, то знаете, раз вы это придумали, значит, уже общество для этого созрело, чтобы это можно было реализовать. Если это действительно глубокая такая великая идея. Поэтому все великие идеи публикуются. Не бывает такое, чтобы они их не я была. Говорит, меня никто не публикует. Сейчас вообще все публикуют, идите, платите, и сейчас вам публикуют. Все зазывают, говорят, вот, пожалуйста, публикуем, вот столько денег дадите, и все, опубликуем. Не в этом проблема. Проблема в том, не в том, чтобы опубликовать, или сейчас вот можно вывесить, каждый может любую ерунду повесить в интернете на YouTube. Правильно? Создайте сайт и вывешивайте там, что я желтый крокодил. И, пожалуйста, пусть люди считают, что я не желтый, спорят со мной. Или кто-то не согласен, что я крокодил, тоже пусть со мной спорит. А я буду спорить с ними, нет, я крокодил и желтый, и так далее. И будет эта вот дискуссия вести. Она кому-нибудь нужна? То есть, некоторые забывают, что есть информация, а есть знание. Информации очень много. Дать вам новую информацию? Даю. 2.17.48.33. Это информация? Ну, в общем, да. Информация. А знание я вам дал? Нет. Какие знания? Я поставлю датчик случайных чисел, он будет выдавать все время вот такие. А вы будете записывать, передавать. И причем устройство существует, которое большой поток информации передает. Потому что информация просто упорядоченность. А как вы упорядочили? Каким образом упорядочили? Это не имеет никакого значения для передачи. Поэтому вот, надо понимать, что мы не просто ведь любой информацией. Мы должны в этой информации разбираться и находить там крупицы знания. Знаний, информации много, знаний мало. Говорят, о, тяжелая книга. Нет, так а вы получаете информацию. Информация-то все буквы, это же знаки информации, правильно? Все это можно читать, не обязательно понимать. Вы просто читайте. И даже если вы просто будете читать, не поглупейте. Правильно? Иногда полезно читать книги, непонятно. Понимаешь, первый раз не понимаешь, второй раз понимаешь. Я вот, у меня был такой опыт, я учился на таком факультете, где как раз в основном не понимаешь. Если одну лекцию пропустишь, потом целый полгода до экзамена так и не понимаешь, пока все курсы потом не изучишь. И вот я пошел на лекцию по гомологической алгебре к товарищу нашему декану Боревичу Зенону Ивановичу. Сидит нам там 4 человека. И вот он полгода нам читал этот курс. Сидим, я на первой лекции понимал, на второй уже не понимал, а на всех остальных лекциях сидел и внимательно слушал. И думал, а что вот они вот сидят тоже? Может, они понимают? А они смотрят на меня, думают, может, я понимаю? Итак, мы отсидели первые полгода. Думаю, ладно, на следующий год, а я думаю, что это такое вообще происходит? Может, они понимают, а я один не понимаю. Я на второй год опять пошел на этот же курс, тоже Зиновий Иванович, он снова его читает. Он, так сказать,
И я уже понимаю. Почему? Некоторые вещи с первого раза не поймут. Но почему вот с первого приступа вот армия не всегда завоевывает вот высоту? Правильно? Почему? С чего вы решили, что ваша армия вот такая, что вы сразу вот все высоты должны брать вот сразу, как вот побежали и захватили? А не бывает, что целую осаду? Вот мы победили гитлеровскую Германию, но мы сколько лет-то шли в Берлин? Обратно. Сколько лет шли? Что, вот так вот раз и прошли? Нет. С другой стороны, а некоторые говорят, ну, это невозможно дойти пешком на такое расстояние. Я вот однажды был в Нижнем Новгороде, говорю, как вот мне, поскольку вот я приехал, товарища нет, он будет вечером. Ну, говорю, а где у вас еще хорошее тут есть вот в городе Дзержинске? Ну, говорит, есть озеро, только очень далеко, туда не дойти. Я говорю, ну, вы рассказывай, как это не дойти? Ну, наши до Берлина дошли. А, ну, если так, то дойти можно за полтора часа. И я пошел туда. И обратно пришел, ничего со мной не случилось. Но вот думать, что можно всегда вот сразу раз и в раз, то есть дошли люди, сделали неимоверное, невозможное, можно сказать, сделали. Поэтому настраивать себя, вот некоторые говорят, о, я начал читать, и мне трудно. Ну, возьми легкое чтение и выкини из головы задачу стать умным. И все проблемы, не все должны, нет такой обязанности быть умным, можно и не быть. А что такое умный человек? Вот я все к вам обращаюсь, на новенького. Знаете, как всегда, вот думаю, ох, хорошо, сейчас его поспрошу. Они все знают, а вы не знаете. Или делают вид, что все знают. Вот умный человек, надо же знать. Вы хотите быть умным человеком? А может, это что-то плохое? Вот вы станете умным человеком, выяснится, что это хуже, чем бандит. Что это такое? Нужно знать. Вот, Константин Константинович, вы тут... Если вы, так сказать, тут вы как мудрый точно уже выступаете, как аксакал, вот что бы вы сказали? Умный человек. Умный человек – это кто? Тяжело, надо бывает понять сразу. О, умный человек сразу не ответит, он подумает. Он мудрый. Знаете почему? Мудрый чем отличается от умного, знаете, нет? Умный, он знает выходы из любого положения, а мудрый, он просто туда не заходит. Он, видите, как вывернулся, Константин Константинович, он мудрый и сказал, ну, это надо подумать. И вроде как я его тороплю, он серьезно думает, а я скажу, давай вот срочно, сразу. Так что вот не сразу. Вот если я все прочитаю, что есть в публичной библиотеке, что у меня будет в голове? Много знаний. А? Много знаний. Много знаний. Но ума, может, не бывает. Да, потому что многознание уму. Не научает, как известно. А если я вообще ничего не буду читать, буду я умным человеком? Тоже нет, потому что из пустоты-то есть, и ничего не разобьешь. Поэтому, с одной стороны, вроде бы надо бы и читать, а с другой стороны, если только будешь читать... Я, например, такой совет даю людям, если у вас есть время, 3 часа в день, ну, 1,5 часа вы читаете, 1,5 часа думаете. Нормально? А если у вас есть 1 час, ну... 1/2 часа читаете, 1/2 часа думаете. А у нас как получается? Когда думаете? Читать надо. И вообще не думают. И читают, потом рассказывают, что прочитали. Вот теория Иванова, теория Петрова, теория Сидорова, теория Гадамера, теория Шварца и так далее, теория Вадью. И можно излагать. Вы в каком классе уже изложение писали? 5-го, а у нас вот люди в ВУЗе иногда вот занимаются изложением. С таким видом, как будто это вот прямо что-то такое великое. А что тут великого? Лучше бы сочинение написали тогда, чем изложение. Ну что, сочинение это выше, чем изложение. Чтобы написать сочинение, надо соображать. А чтобы изложение сделать, ну, надо иметь память, маломальски тренированную, и все. Так вот, умный человек – это настолько способный и настолько... Начитанный человек, который может самостоятельно приходить к правильным выводам. Вот это умный. Который, сколько он прочитает, это не имеет значения. Если он не может самостоятельно прийти к правильным выводам, его умным не назовешь. Правильно? Нет, неправильно, потому что есть такое правило. А правило получается, что ум. А? Это ум, что это такое? Каузальные рефлексии, если Иван Петрович Павлович. Так, ну я телефон взял, потому что у нас время нашего занятия и вроде бы истекло. 10:10 у нас.
Вот, поэтому сейчас завершим с вами. Это товарищ Федотов звонил, Константин Васильевич, у которого дома мы долго-долго проводили кружок. Он хороший специалист по науке логики, по диалектике. И он является первым заместителем председателя профсоюзного комитета ЗАО первой стивидорной компании. Он стивидорная. Стивидорная – это перегрузочная компания, это докеры, профсоюз докеров. Вот он, мы с ним вместе написали книгу «Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения». Вот такой вдвоем. И вместе с ним подготовили проект Трудового кодекса России, который второе место при голосовании в Думе получил. Так что вот он большой специалист, вот, очень известный и очень умный. Умный, потому что он, так сказать, умеет самостоятельно приходить к правильным выводам. Ну, умного человека тут как-то уж нет. Но тоже интересное, понимаете, понятие. То есть не поверхность мы берем, что вот я книги читаю, я книжку принес, а вы скажете, первый раз вас вижу с книгой. Наверное, вы без книги не ходите, потому что вы сами вообще ничего не можете, два слова сказать. А только книгу, все, книгу. Да книгу мы и без вас прочитаем, правильно? Что, вы прилагательные книги? То есть, вот это тоже очень... Смотрите, вот еще одна была категория, действительная. И вот когда мы пройдем эти категории, дальше будет... Уже получается, что вот это бытие, оно восходит. И тогда встает вопрос. Это все категории чего? Объективной логики. Объективного мира. А как они представляются в сознании, и вот это уже... Третья книга или вторая часть науки логики, или третья книга «Учение о понятии». А вот в «Учении о понятии» мы уже разбираемся, а как с помощью суждений и умозаключений мы создаем правильный образ того объективного мира, который имеется в первых двух книгах. Ну вот, поскольку у меня Евгений Николаевич настроил, чтобы это вот у нас было такое достаточно такое... Популярное сегодня занятие, связанное с непонятными вещами, а ну вот, которое как раз бы нам облегчило жизнь на будущее. Да, какую-то дидактическую переработку. Да, да. Потому что... Что касается дидактической переработки, значит, что хочу вам сразу сказать, вот для всех, кто здесь присутствует, и тех, кто здесь не присутствует, но нас слышит и видит, что вот некоторые товарищи, в отчаянии, когда им кажется, что это не одолеть, они бросаются начитают книгу Труфанова некого. «Гегелевская логика, наука логики в доступном изложении». Я бы всех предупредил от такого занятия. Вам предлагается вот это гениальное произведение, а вместо этого начинают читать да, какого-то проходимца, который хочет подменить вот эту... гениальную книгу своим там пониманием и изложением, которое ничего общего, ну, кроме некоторых деталей, потому что всегда во всяком, даже дурном, есть что-то хорошее. Некоторые мне очень, когда долго доказывают, что ну тут же есть что-то хорошее, есть в каждой куче навоза, есть зерна, причем цельные. Если ее разобрать, эту кучу, да зерна промыть, да просушить, да смолоть, то можно и пирожок испечь. А не лучше ли посеять на огромном поле комбайнами убрать, потом колосники, потом на хлебозавод и прекрасный этот хлеб сделать. То есть, если вот тот, кто начинает в мусорных кучах находить себе какие-то там зерна, он найдет в любой книге. Нет такой книжки, в котором бы не было каких-нибудь зерен, потому что в каждом зеркале, в каждой луже отражаются небеса. Поэтому можно, конечно, взлетать в небеса, а можно копаться в лужах или лежать, как делают свиньи. Вот Труфанова я бы не советовал читать, поэтому я так резко выступаю и сразу отвечаю на этот вопрос. Скажем, что в помощь? Ну, во-первых, Бог в помощь, как сказали бы люди верующие, да? Кому-то. А всем, кто идет правильной дорогой, всем Бог в помощь. По-другому это выражается так. Кто плывет в правильном направлении, кто знает путь, ему каждый ветер попутный. И, наверное, вы знаете, что если человек на яхте, он знает, под каким углом ставить паруса, он еще и против ветра поплывет. Так? Это во-первых. Во-вторых, есть другой гениальный человек, Владимир Ильич Ленин.
Владимир Ильич Ленин написал конспект «Науки, логики Гегеля». И вместо того, чтобы посоветоваться с этим вот гениальным человеком, взять вот его конспект. Ленин писал, выписывал, отмечал свои замечания, соображения, предложения. Говорил, непонятно, вернуться. Ленину непонятно. А вам понятно, хотите сразу что быть? Но мы хотим быть грамотными. Да вы еще более грамотные, понятное дело. То есть конспект 29-й том полного собрания сочинений. Там есть мелкие философские работы, другие философские работы, а есть конспект науки и логики Гегеля. Да. Вот очень всем рекомендую. Теперь второе. Значит, почему я против там, того, чтобы люди брали этого самого Труфанова? Потому что он хочет подменить науку логики. А если речь идет не о подмене, а о том, чтобы какие-то примеры привести, применить это для других областей. Вот я могу назвать три своих работы, которые представляют собой применение. Это, во-первых, есть такая книга у меня, Попов М.В. «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Но поскольку мы науку логики изучали с профессором Смирновым Игорем Константиновичем, его сейчас уже нет в живых, а он написал «Диалектику капитала Маркса», и это самая лучшая книга по диалектике капитала, и она называется так, «Экономический метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса». Мы для удобства вот тех, кто занимается, самостоятельно изучает и хочет получить примеры, не какие-то там типа стакан, бревно, елка, палка и так далее, а какие-то общественные глубокие примеры, значит, мы сделали такую книжку, и она висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Называется «Смирнов Попов. Диалектика капитализма и социализма». Просто и понятно называется. Можно почитать, и видно, как, какие категории применяются. Какие категории применяются для анализа противоречий капитализма, а какие категории для противоречий социализма. А кто хочет понимать там капитализм или социализм как нечто непротиворечивое, он далеко разошелся с диалектикой. Дальше есть книга, хорошая, так сказать, хорошие зеленые обложки с портретом Гегеля, моя лекция по философии и истории. И эту книгу тоже, она вывешена в разделе «Библиотека» на сайте Фонда Рабочей Академии. Лекции по философии и истории. Вот я то, что мог приводить какие-то примеры, которые в ограниченное время у нас час. Конечно, не успеваешь провести, и дальше будем не успевать, или мы бы застрянем на этом. А застревать тоже плохо, мы должны немножко двигаться вперед. Мы не очень быстро двигаемся вперед, но мы двигаемся вперед. Лекция по философии и истории. Она получила вот грамоту Санкт-Петербургского философского общества, цикл, как называется, за подписью товарища Солонина, члена Совета Федерации. И в 2014 году вышла моя книга «Социальная диалектика», которая тоже представляет собой применение гегелевской диалектики и логики к решению актуальных проблем развития общества. Чем вот можно помочь людям в изучении? Не подменой того, что говорится у Гегеля, а как показом того, как вот это применяется для решения актуальных проблем, которые нас всех волнуют сегодня. А как еще поступать? А если я буду вместо Гегеля переписывать, извините, это вот он написал. Это он открыл систему диалектики, которую не Маркс и Энгельс не тронули, а сказали, надо просто ее перевернуть, считать, что она не идеалистическая, а материалистически ее брать. А Ленин прямо говорил, я читаю его материалистически в конспекте. Ну вот это вот можно посоветовать товарищу. Ну он сам тоже материальному. А, так у него получается, у него из этих трех книг, две книги, «Объективная логика», которая начинается с бытия. И Ленин, когда открывает, говорит, а, это великий идеалист, а звучит вполне материалистически. А как вот Энгельс говорит, вот, что будет привычно, бытие или сознание? Так начинает Гегель с бытия. Это вот вы если систему возьмете всю философскую, со всей труды Гегеля, там, конечно, это может во многом утонуть. Вот это произведение. Среди других произведений, там же и лекции по эстетике, несколько томов. И есть не два тома. И есть история философии, и философия истории, и философия природы, и философия духа. И есть феноменология духа, и есть философия права и так далее. Много чего есть. А вот это
Вот то имеет такую историко-культурную ценность, значение предварительное, последующее. А это вот всего за все существование человечества открыты две логики. Одна уже освоена, формальная, а вторая еще не освоена. Мы ее осваиваем диалектически. И все. Она не вся исчерпана. Наука логики, да, не вся исчерпана. Да. Есть и все. Некоторые такие прорывы, которые... Да, еще мы, да, это еще надо... Еще об этом надо думать. Вот некоторые говорят, вот есть три закона диалектики. Ну, это Энгельс для упрощения этого дела. Он говорил о трех законах диалектики. А у нас вот лекции читал известный математик, геометр, академик Александров, будучи ректором нашего университета Санкт-Петербургского, в актовом зале, в колонном зале. Народ сбегался со всех факультетов, все было забито, яблоко негде было указать. А он рассказывал об элементах диалектики, я не помню, 16 или 22 элементах диалектики у Гегеля. И вот такую лекцию читал. Я под влиянием этой лекции, вот, например, не будучи никаким философом, во-первых, я учился на матмехе, но лекцию читал-то наш ректор и академик, математик Александров, как большой философ. И я к нему пришел, он лекции читал у нас в 188-й аудитории на третьем этаже, на Васильевском острове, 10-я линия, дом 33. Я к нему подхожу в перерыв, говорю: Александр Данилович, а как изучать науку логики? По конспекту науки логики Гегеля Ленинского. Так, ну я посмотрел, злобно так посмотрел, борода вот такая. Почему по конспекту? Гегеля надо читать. Я пошел читать Гегеля. И вам то же самое рекомендую, дорогие товарищи. Хороший совет передаю от хорошего человека. Есть вопросы? Есть, но времени нет. Вопросов? Время мы не можем остановить. Но у нас есть время. У нас, дело в том, что это не последнее занятие. Значит, мы должны сейчас посмотреть 28-го, у нас вторник, 28 числа, очередное занятие. По поводу трехтомника, вот, да. Гегеля. Да. Там я нашел Гегеля. Он не трехтомник. Он не трехтомник. Нет трехтомника Гегеля. Ну, научная, наука логики Гегеля. Это есть. Одна двухтомник. По Гегелю там два тома. Первый том – объективная логика, второй – субъективная. А вот все, кто ее издавали, трехкнижник сделали из трех частей, а у Гегеля две. Кстати, Михаил Ильич, там такой вопрос по поводу организационной. У нас на 2 мая попадает вторник. Мы пропустим. Пропустим? Конечно. Не будем мы тут. Пусть люди читают. У нас же не значит, что... Мы, я думаю, что этот у нас не первый год проходит. Но если, так сказать, тут как говорится, товарищи, так сказать, не будут возражать, если есть люди, которые заинтересованы, молодые особенно, то, в общем-то, мы имели в виду, что присутствие здесь молодых товарищей поспособствует чему? Ну, тому, чтобы другие молодые товарищи, которые наблюдают нас через интернет, понимали, что это дело. Ну, кто должен изучать науку логики? Те самые молодые или уже умудренные? Я, например, стал изучать науку логики, когда закончил матмех. То есть, ну, вот закончил вуз. А ее можно изучать раньше. А Гегель даже написал специальное произведение, называется «Философская пропедевтика для школьников». В работах разных лет, в двухтомнике. Вот есть такая работа. Работая разных лет. Но там все категории есть для привыкания. Там еще понимание еще не может быть доказательством, не может, очень трудно. Не все можно схватить, вот, пока нет какой-то базы. А вот уже, ну, у нас колледж. Ну, что если колледж, это, ну, все. Тут уже будет просто без диалектики даже разговаривать нельзя. Скоро уже не будут пускать, наверное, в колледж тех, кто не знает диалектики. Так, понимаете, там уже думает уже охрана как. Для начала она нас хотя бы пускает, уже хорошо. Так. Так, все же я хотел спросить по поводу вот, науки логики Гегеля, там есть такое выражение, что такое Бог? Да, да. Бог, сущность Бога есть бездна для конечного разума. Да. Неужели это Гегель так сам вывел такую, сделал вывод такой? Ну, вы же знаете, Гегель, он же диалектик. Его это диалектик. Я выключил, наверное, поэтому Гегель диалектик? Диалектик.
Вот он, например, по поводу определений Бога, которые есть, он неоднократно высказывается, он как бы цитирует, что говорят про Бога. Дескать, ну раз это бездна, ну что это, то есть вы объявляете, что это поднять нельзя. Ну раз нельзя, что дальше говорить? Но это же он так написал. Ну вот если он написал, так он написал что, отвечая на то, что вот Бог, люди это говорят, это не он же первый сказал? Он первый это сказал, что ли, или кто-то другой? Гегель. Нет. У Гегеля, это он первый, что ли, это сказал? Не знаю. А я знаю, это да, это вот, вот вся религия построена. Это Бог – это бездна, он непознаваем там и так далее. Ну, если это бездна, значит, ну, тогда как мы? Тогда нечего и познать. Для конечного кара. Значит, разум должен быть бесконечный, чтобы это познать. Это раз. Ну, и так и материя тоже для конечного разума, относительно познаваемого, абсолютной способности к познанию. Но, а вы не заметили, что вот Гегель уже в первом томе, который вы изучали, написал критику определения Бога, что Бог, чтобы его доказать, что он есть, люди начали приписывать ему такое вот, дескать, свойство разное. Он всемогущий, он такой, он всякой, и что он Бог – совокупность всех реальностей. Определение Божие такое. Бог есть совокупность всех реальностей. А в реальность вписали и существование. Ну, раз Бог по своему понятию совокупность всех реальностей, существование – одна из реальностей, тогда он есть. И что по этому поводу Гегель делает? А Гегель серьезно это говорит. Так, хорошо, совокупность всех реальностей. Только что он доказал, что каждая реальность есть отрицание. Это вы можете проверить. Тогда получается, говорит, дорогие коллеги, что Бог – это совокупность всех отрицаний. И ставит Гегель на этом точку для умных. Вот додумайтесь, что такое совокупность всех отрицаний? Совокупность всех отрицаний. Кто это? Сказать? Я додумался. Дьявол? Ну, дьявол совокупно всех отрицаний. То есть те люди, которые утверждают, вот так доказывают, они на самом деле доказывают, что Бог дьявол. Но это он не стал развивать, потому что он тоже, так сказать, находился в определенных условиях и на эту тему не очень свободно мог высказываться. Поэтому Энгельс, например, был известный враг религии Гегель. Враг религии Гегель. То есть он религию, вот он очищал от всех вот этих, и у него все доведено только до идеи. Вот есть идея чистая, а эти все сказки, все в стороне. А когда он довел до чистой идеи, эту идею осталось только, как говорится, отбросить и взять материю, и все, и получился материализм. Знаете, Гегель тоже есть ранний, средний и поздний, да? А? Да. Ранний Гегель, да. Будучи из семьи гонимых протестантов, вот, да. Он учился у католиков, как священник, он должен был быть священником. И ему приходилось, у него уже была ошибка в голове между протестантизмом и католицизмом, две большие разницы. У католиков тоже есть три единства там. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. А у протестантов только Дух Святой. Но у Гегеля есть лекции по философии и религии, потому что он человек энциклопедический, он и там высказался и тоже. Всю жизнь он искал содержание Духа. Духа. И Дух для него был самым главным объектом исследования. Более того, он, когда родители его умер, он ему оставил денег некоторое количество, и тот мог посвятить себя академическим исканием. То есть он даже использовал свободное время для собственного развития и развития записывал. Но самое великое его произведение было написано не тогда и не позже, а тогда, когда Гегель был директором Нюрнбергской гимназии в 1812 году. Не когда он был профессором Берлинского университета или ректором какое-то время он был. А тогда, когда он был директором Нюрнбергской, то есть смотреть надо не на форму, а на сущность. И смотреть не надо не на явление. Вот явление, вот его встречали, директор Нюрнбергской гимназии, он занимался чем? Расписанием, чтобы студенты учились, а в это время писал
величайшее произведение всех стран и народов науковых. И поэтому, может быть, и вы сейчас начинаете писать величайшее произведение всех стран и народов, и не случайно зашли к нам на наш как раз общий кружок, который и задуман совместно со студенческим обществом. Правильно? Не случайно. Еще есть вопросы? Нету пока. Пока нету. Спасибо всем за внимание. Спасибо. До 28 числа мы продолжим. Спасибо. Марта. Конечно, я там начинаю читать уже понятия. Ну, понятно, вы впереди нас. Но насколько там это самое получится, это все. Читать получится.